Фермерские продукты в центре Рязани. Такую возможность предоставили организаторы выставки от Абхазии до Камчатки. Здесь вы найдете только натуральные продукты, огромный выбор приправ и специй. Более 30 наименований. Красная жгучая аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. У нас есть соль абхазская, сванская. Ее можно добавлять во все блюда. И дозировка точно такая же, как и у обычной белой соли. Также есть гранатовая. Ее можно применять, применяют к мясу. Гранат за счет своей кислинки размягчает мясо, делает его более сочным и нежным. С момента открытия выставки у прилавка с рыбой было не пробиться. Очередь выстроилась до самого входа. Прежде чем купить продукт, вежливые продавцы дают его попробовать. Все продукты отличаются высочайшим качеством. Основная масса продукции – это Краснодарский край, это краснодарский чай, абхазская аджика, сыры краснодарского производства, сыры из Адыгеи, мягкие сыры. Вот. Ну, а если сказать, что уникальность – это в том, что все то, что сейчас лежит в Рязани на полках, буквально несколько дней назад еще томилось в печах Краснодарского края. Также здесь можно приобрести вяленое мясо, сырокопченые колбасы, суджу и другие деликатесы. При производстве не используются усилители вкуса и добавки. Все только из мяса. Отдельное место занимают сыры. Представлены адыгейские сыры, сыры из Армении. Все очень вкусное, все натуральное. Шикарнейшие сыры. Стоит попробовать, я вам советую. Это все идет домашнее, без всякой химии. Делается из настоящего козьего, овечьего и коровьего молока. Жители Рязани уже успели попробовать и оценить уникальную продукцию. Морепродукты очень хорошие, икра хорошая, красная, вот, и оленина тоже мне понравилась. Для рыбы перец горошком купила, вот, для мяса там еще купила. Рыбу купила, икру купила больному человечку. Очень довольна. Икру, сельди, семгу, сельдь. Мед, сладости, варенье из лепестков роз, еловых шишек и еще множество вкусных и полезных продуктов вы найдете на выставке от Абхазии до Камчатки. Она будет работать до 16 июня. Вас ждут ежедневно в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».